Мы собрались, потому что сегодня 2 года, как Крым вернулся в российское лоно. Это же чудо. Крым – это чудо. Крым надо ехать в конце марта. Вот сейчас надо ехать. И что же, не поедете, еще есть возможность? Ну, в этом году не запланирую, в бюджете нет, дыра. Ведь главное, что для человека – это не пожрать, не поспать, а главное то, чтобы я был уверен в завтрашнем дне. Я не был, когда была при Украине, поэтому, ну, как стал нашим Крымом, мы решили, что надо съездить, посмотреть, что там интересного. Мы это Севастополь посещали, то есть достаточно хорошие отношения, мне очень понравилось, и все рады, что вступили в Россию, что нету такого бардака, как на Украине. В какую сторону никто не знал закончиться, и спасибо нашему президенту, что он все так молодец все организовал. Почему был сделан именно такой выбор? Достаточно знать историю Крыма, знать, что значила и значит Россия для Крыма и Крым для России. Мы поддерживаем это самое присоединение и ко всему, и со всеми. Это самое. Мы очень рады, что Крым теперь опять вернули себе. То есть вот в таком плане. Ага. Ну а вот а вы почему? Вот что вас потянуло в такой мороз сегодня сюда? Как что мороз? Поддержать крымчан. И я рад, что они с нами опять. И что мы с ними как братья. Вот так. О, как вот красиво так завязали. Красиво. Да. Только... Завязал или сказал? И сказали красиво. Давайте мы скажем как-нибудь красиво, хотите? Ну, скажи. Мы очень рады, что Крым с нами, наша Россия расширяет свои территории, вообще все очень здорово. Хорошо, что Севастополь вернули. Да. Да, все хорошо, да, мы улыбаемся. Ну, а на самом деле? На самом деле нас уже заставили прийти. На самом деле охота домой. А какие-то, ну, там поблажки вам освободили? Нет. Зачет поставили? Нет. Посмотрим. А чё ж тогда вообще пришли? Ну, сказали. Патриотизм рулит! Севастополь наш! Если бы мы не пришли, то нам нас бы четвертовали, наверное. А вы расскажете, почему вы пришли, мы с вами сегодня пришли сюда? Я бы сказал, но совесть не позволяет. Почему? По-честному, если говорить. По-честному пришлось, да, прийти? От работы, да? Да, от работы, от работы. А сейчас вы ощущаете, вот живя в Москве, какие-то изменения от того, что Крым теперь нашим стал? Вообще, патриотизм в России очень поднялся, вырос. Прям я за Россию, да. Как на дрожжах просто растет. Россию люблю, я патриот. Жизнь отдам легко. Жизнь за Россию. Ну а как это жизнь? Воевать пойдете? Скажут, пойду. Скажут. А если не скажут, как? Не скажут, вот сложный вопрос. Почему вы так сейчас в таком настроении хорошем? Ну, потому что, ну, честно сказать, я участвовал в обеспечении Крыма. Чем? Электроэнергией. Полностью. А из-за чего случилось вот это вот обесточивание? Ну, а от чего мы не знаем, это случилось? Может, от какой-нибудь воли? Ну, все. А вы уходите уже? Да. А почему? Еще же не начался митинг. А, мы замерли. Да? Ну а как же сейчас же выступление, будет Кобзон? Кобзон? Кобзон. Кобзон же не сейчас будет. Ну как, сейчас сказали? Прямо сейчас ну, Кобзон? Попозже. Ну попозже. Подождать ради него. Мы уже стоим здесь 1.5 часа. Ребята, почему вы уходите, еще же не начался митинг? А вы что, из школы пришли? Да, или... да надо было отметиться уже совсем. Право школы. А, отметиться нужно было даже? Отметились и можно идти, да? Да. От начала да, успел прям через кордон все рвался, поддержать Крым. Да? Да. Ну вот все-таки пришли за да. Крым, да, сегодня? Да. Крым наш. Да, только наш. Только наш. За это пришел поддержать.
против. Мы против. Против всего. Видите, мы мерзли. С простатитом и с отвершими ногами по коленам. Живите счастливо, люди Крыма. И Крым все века хранил верность России. Любовь к этим великим местам мне прививал мой отец. А теперь и я рассказываю об этом своему сыну. Слава городу с героем Севастополя! С праздником!